Всемирные студенческие игры уже начинаются по сценарию. Сегодня в Казани стартует масштабное учение «4 дня универсиады». За это время предстоит проверить готовность всех служб, что задействованы в проведении международных соревнований. По сути, это репетиция 4 дней из программы универсиады, самых сложных по нагрузке на все структуры. Сегодня пройдет тестирование 12 июля. В роли приезжих спортсменов выступят воспитанники спортшкол, задействуют 31 объект. Таким образом, проверят, насколько точно выстроено расписание, как работает транспорт, система безопасности, команда волонтеров и не только. На жизни города проведение учения отразиться не должно, отметили в дирекции универсиады. Проведение подобных учений – обычная практика в преддверии крупных событий. Также отрабатывали действия и перед универсиадой в Шэньчжэне, и перед Лондонской олимпиадой. До старта игр в Казани 28 дней, они откроются 6 июля.